Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 129 серии турецкого сериала «Ветреный холм». Ранее мы увидели Халила. Мужчина сидит на берегу реки. К нему подходит Зайнеп. Халил спрашивает: «Ты вернулась за мной, Зайнеп? Ты боишься, что со мной что-то случится? Потому что я тебе не безразличен? Потому что ты тоже меня любишь?» Но Зайнеп, отталкивая Халила, отвечает ему: «Я не хотела попасть в беду, поэтому и вернулась». Халил берет руку Зайнеп и прижимает ее к своему сердцу, и при этом говорит: «Это сердце старается дать любимой женщине ту жизнь, которую она заслуживает, и готова сделать все, чтобы она была счастлива. Это сердце бьется только для тебя. Но я не могу удержать тебя здесь силой, Зайнеп. Но прежде чем уйти, посмотри мне в лицо и скажи мне правду. Ведь я имею право знать». Пример 129 серии турецкого сериала «Ветреный холм» состоится 27 июня.